Улица Киевская, 9 декабря 2013 года, понедельник. Пройдемся до кинотеатра «Родина», который сейчас называется «Киноленд». Снег выпал вот буквально в последние дни. Вот это за последние годы такого не было в это время, чтобы так много снега было, да и вообще так прохладно было. То было все затянуто тучами, сейчас вот солнышко начало пробиваться, и всю ночь шел какой-то мокрый снег. В общем, погода переменчивая, с плюса на минус. Шарахается туда-сюда, как всегда. В общем, моя первая съемка такая в городе Калининграде в декабре этого года, после приезда вчера. Время сейчас местная половина третьего, в Москве половина четвертого, соответственно. Mm-hmm.